Всем привет, только что пришла со спортзала, очень сильно устала, потому что тренировка была безумно жестокая, и пока буду отдыхать, запишу для вас видео, потому что сегодня очень еще много дел сделать нужно, и откатать 5 часов, и оценить две раздачи, и выложить до конца свои домашние задания, которые я должна была сделать на этой неделе. Я вроде бы как все сделала, но единственное, что... Я не знаю, как так по-хитрому выложить свой разбор проблемных позиций. Я разбирала на этой неделе позиции ЕП и МП. И я бы не хотела, если честно, в блог на всеобщий обзор выкладывать для своих оппонентов бесплатные ноты на себя, как я там играю, какие ошибки за себя замечаю. Ну, мне кажется, это не очень правильно. И я бы не советовала всем... прям так подробно расписывать в своих блогах, ну, потому что половина участников курса, во-первых, и читают мой блог, и играют также на старзах, на моих лимитах, и каждый следит друг за другом. Ну, ноты на себя я не хочу выкладывать, потому что на прошлой неделе, например, мы разбирали Dust Angel'а, одного из участников курса на тренировке, которая была в субботу. И после этой тренировки, после того, как его разобрали, я уже сыграла с ним одну или две раздачи и уже знала, как против него играть там, в той именно ситуации, уже знала его лик. И поэтому я считаю неправильно выкладывать прям вот так вот напрямую в свой блог чек-лист ошибок по разобранным позициям. Ну, если кто-то со мной не согласен, можете написать в блог мой, оспорить мое решение. Но я пока считаю, что так будет для меня плюсовей на дистанции. Так, что еще? Я вам обещала рассказать, как повысился мой винрейт за прошедшие 4 недели курса. Я перестала играть на NL25 после 2 недель курса. Я играю сейчас только полтинник. И раньше у меня был винрейт 3 ББ на 100, сейчас у меня винрейт 6 ББ на 100, но я не отыграла 40 тысяч положенных рук, и поэтому я не считаю эту информацию репрезентативной, так сказать. Ладно, не буду много разговаривать, потому что очень сильно устала, прошу прощения. Завтра у нас большой тренировочный день, после которого в воскресенье ждите мой видеоотчет, как же прошла эта тренировка. Надеюсь, я буду говорить в том воскресном видео только хорошее. Ну, это же я не могу только хорошее говорить. Ладно, все, удачной вам катки, пятничной. Пока-пока.